Доблестные подвиги своих земляков-фронтовиков по крупицам восстанавливают школьники из села Алексеевское Базарно-Карабулакского района. В рамках областной акции «Спасибо за мир» ребята собрали материал на целую экспозицию. Военное оружие, каски, личные вещи советских солдат теперь хранятся в местном музее пограничников. Кроме того, ребята оказывают и посильную помощь ветеранам села. По словам волонтеров, они помогают фронтовикам чистить двор, приносят продукты или просто навещают пенсионеров. Мы хотим помочь людям, которые спасли, так можно сказать, нашу жизнь, которые боролись. Спасибо им огромное и большое. И хотим еще продолжать помогать таким людям.